Сегодня стало известно, что глава Ангарска Владимир Жуков спецконвоем доставлен в Москву. На своем сайте прокуратура Иркутской области сообщает, что компетентные органы Республики Беларусь экстрадировали градоначальника по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Напомним, Владимир Жуков обвиняется в растрате бюджетных средств. Он скрывался от следствия с марта текущего года, а в июне был задержан на территории Республики Беларусь.